А с Боингом что? В смысле? Ну, что Порошенко-то думает? Так, а что думал? Ну... Боинг, по-моему, так, так что-то. Ну, случайность получилась такая, а что специально хотел вызвать? Ну, я уверен, что это ваших рук дело. Да перестань, что ты расставил? Шмальнули мы там случайно. Думали по одному, попали по другому. Это как раз нормально, ничего страшного. Воин жалко, и людей жалко. А так, конечно. Ну, ты знаешь, что сюда попадают неправильные руки, какие-то серьезные вещи, и получилось. Ну, ты считаешь, что мы это? Ну, не, ну там же другой был этот.